Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Railway Empire. Ну что же, мы с вами продолжаем аппаратно развиваться на юге. У нас возникли две проблемки. Это у нас квартальная прибыль 2,5 миллиона пока не делается. Ну и, соответственно, 20 грузов в неделю нефти мы с вами не производим, потому что здесь склад у нас полностью забитый. Надо здесь ждать, когда нефть полностью исчезнет. Полностью уйдет, израсходует. Но так как у нас с вами здесь склад с керосином забит, надо будет, получается, возить керосин куда-то. Можно это сделать вот сюда, допустим. Сейчас сюда перенаправим состав, который будет возить керосин. Потом мы его, конечно же, продадим, когда он полностью там перевезет. Башни у нас здесь нет. Я предлагаю поставить здесь одну башню. А, нет, подожди, давай сначала поставим семафорчики, а потом уже башню. Здесь есть. И здесь есть. И башню вот сюда. Не получается сюда поставить башню? Только аж вот здесь. Ну хорошо, тогда вот эти вот семафорчики я снесу. Отлично. Отправляем наш состав. Так, нет, состав пока еще рано, потому что надо будет здесь указать керосин. Как настроение? Блин, сколько у вас там журналистов-то может быть в конце-то концов? Максимальная загрузка. Машинист. Кочегар. Охранник. Настроить путь. Автоматический отсюда, со склада, со второго пути. Керосин. Сюда, на склад, на... На третий пусть приезжает. Поехал. Здесь он будет загружаться керосином и ввозить керосин. Соответственно, здесь будет намного быстрее все это дело производиться. Нефть будет быстрее забираться. И здесь быстренько нефть у нас с вами освободится на складе. Да, надо дождаться полного... очищение. Так, ну и здесь я хотел бы вот это вот взять. Оплату за перевозку грузов увеличить. Это раз. Это, кстати, тоже полезная вещь. И вот это вот, и вот это вот. Но надо будет 200 очков. Так, у нас есть машинист. Давайте поставим вот это вот машиниста. Дальше, кто у нас еще есть? Еще есть машинист. Отлично, подойдешь. Следующий, вот здесь машинист. Хорошо. Кочегар-охранники, может кто-то есть из кочегаров? Да, есть кочегар у нас имеется здесь. Может кто-то есть из охранников? Есть и из охранников. Стоп. Не подходит. Тогда сюда. Так, Зарбаба Геймс побеждает в вопросе у Ичита, гордится достижениями. Хорошо. Кто еще? Проводник. Не нужен. Вот, журналист. Отправляем. Что у нас здесь с нефтью? Вот уже уменьшается. Хорошо.
ты у нас привозишь, забираешь, все прекрасно. Так, с этим разбираемся постепенно. Альбукерке встает в позу. Невероятно, кто научил эту обезьяну писать? Машинист. Машинист. Шрифпорт, сокращение. Кстати, можно будет, получается, еще вот здесь поставить склад и сюда возить еще нефть. Тоже дополнительно. Почему бы не поставить нам сюда склад, когда мы с вами будем разбираться с нефтью? Башню только еще не забыть поставить. А, я еще здесь не поставил соединить дороги. Башню и указать, что здесь нужна будет нефть максимально, а то будут они мотаться впустую. Отлично. И там, и там, и там. Все хорошо, 200 очков инноваций. Отлично. Прибыль от моих предприятий на 10% тоже полезная вещь, поэтому идем сюда. Значит, получаем 200 очков инноваций, да, и идем потом вот по этой веточке. Здесь уменьшение строительства мостов. Моего шпиона не заметили? Он принес мне кое-что полезное. Кочегар появился. Шпион. Ну, давайте шпиона вот к нему. И еще у нас есть кочегар. Кочегар, кочегар. Кочегара вот сюда. Машинист теперь прибыл. Блин, ну только избавлялся от кочегара, назначаю, блин. Теперь машинист. Ну давай сюда же попробуем. Нормально пойдет. Так, я готов, нет, в принципе, уже. Похоже, на одном из твоих поездов что-то пошло не так. Держи своих шпионов на поводке. Отлично, я получил здесь этот последний локомотив. Это хорошо. Еще машинист. Машинист. Да, поставим. Вот сюда, допустим. Хорошо. Только квартальная прибыль осталась и вот эти 20 вагонов. 20 вагонов мы ждем, когда у нас там нефть освободится вся полностью. Квартальная прибыль уже 2 миллиона. Ну, давай эту программу тоже я возьму. Беатриса фон Шик обойдется. Ну и, в принципе, кто-то может еще поставить ставку, да. Дальше уже никто соревноваться не будет. Занимайся своими делами. Хорошо. Готовы мы здесь, готовы мы здесь. Что у нас там на складе? Блин, на складе еще пока многовато. Керосинчик что-то как-то у нас не особо переводится. Может быть, сделать дубликат, я не знаю. Давай сделаю дубликат. Что-то как-то он еле-еле возит. Мне надо быстрее, чтобы он привез. Потому что здесь керосин опять у нас... Скоро уже будет максимально. Керосин прям забирает хорошо. Нефть-то сюда вроде не привозят, поэтому... Надо быстрее разгрузить керосин, и все будет хорошо. Теперь квартальная прибыль, когда я смогу узнать... А, вот, как раз в октябре. 1 октября я смогу узнать квартальную прибыль за доставку грузов. Тут уже почти перевезли 1000 нефти, это классно. Это классно. Амарила растет.
Сколько здесь уже? Почти 70 тысяч. Неплохо. Здесь у нас рост встрял. Но это, в принципе, не проблема. Мы как бы особо не развиваемся. Не занимаемся, вернее, развитием городов. Одесса растет хорошо. Одесса даже быстрее выросла. Здесь можно будет построить университет. Замечательно. Конкурента. Давайте все-таки, может быть, купим конкурента все-таки до конца, да? Хотя бы одного. 43 миллиона за слияние. У меня сейчас есть 5... А, у меня было 5 миллионов, теперь у меня остался миллион, потому что я погасил, скорее всего, какие-то облигации. Нет, не погасил. До сих пор еще не погасил. Ясненько. Понятненько. Будем ждать. Кто у нас здесь? Рекрутер. Но рекрутер мне не нужен. Вот аукционист... А, так ты развился здесь. А, вон что, Михалыч. Ты развился. Тебя здесь тоже можно будет развить. За полтора ляма. Да, мясо у нас есть, мебели навалом. Мебель сюда пока еще не возится, потому что здесь надо 60 тысяч. Может быть, что-то сюда еще привезти. Мяса почему-то, говорит, не хватает. Одесса Лобок. Он загрузился как раз с мясом. Надо будет, наверное, пустить второй состав. Охранник. Ну, давай возьмем охранника вот сюда. Так, что там с нефтью? 57, хорошо. 57 это хорошо. А, кажется, кого-то постоянно подводят локомотивы. Здесь скоро уже забьется склад с керосином. Да хотя я не особо сказал бы, что забьется. Неужели здесь требуется керосин? Странно, да? Как-то. Мы, по-моему, очень много вагонов перевезли с керосином, а почему-то керосина всего лишь 11 составов. 13, допустим. Не понял. А, так вы тут... Вы туда-сюда возите керосин? Серьезно? Так, смотри, значит, здесь... склад... Керосин не брать. Они, получается, туда-сюда возят керосин. Серьезно? О, господи, ты боже мой. Поэтому, конечно, он и не производится. Ясно. Ай, блин, молодец. Надеюсь, ты сейчас брать не будешь керосин, да? Все, молодец, все хорошо будет. Я думаю, что же у нас так все плохо-то? Так, 200 очков инноваций. Мы идем вот сюда. Прирост очков инноваций, да? Плюс еще здесь дальше предприятие приносит прибыль. Обслуживание поездов за 200. Охранник, бандит, о, аукционист, все, беру, чтобы был, бандит мне не нужен, аукционист есть, хорошо, значит, я могу купить твое предприятие, друг мой, и получать за это дополнительные себе денежки. Сколько у тебя стоишь ты у нас? Мой шпион 2400. Принес мне настоящее сокровище из твоего исследовательского отдела. 2 миллиона 400. Здесь хотя бы сделать 60, да, и можно вот построить университет.
Ну вот он поехал пустой. Вот это другой разговор. Вот это уже другой разговор. Почти уже всю нефть забрали. Замечательно. Скоро будем готовиться к тому, чтобы заново заняться перевозкой нефти. Предприятие здесь у нас деточка, похоже, на максимально. одном из твоих локомотивов какие-то Здесь неполадки. максимально и здесь тоже максимально. Это хорошо. Кто у нас здесь? Охранник. Ну, давай возьмем охранника. Уже, кстати, ноябрь, но посмотри, сколько у нас квартальная прибыль. четыреста. Ну, почти. Почти 2,5 миллиона, в принципе, квартальную прибыль мы с вами выполнили. Надеюсь, в этой серии мы с вами закончим уже со всеми заданиями, да, то есть... Тут, в принципе, осталось немножечко, 223 вагона перевести. Квартальная прибыль почти уже 2,5 миллиона. Так, теперь здесь я хотел отправить состав. А он только опять поехал один, да? Ну ладно, пусть сейчас приедет в город, я сделаю ему дубликат. Заполняется. А, кстати, замена локомотива... Сколько будет стоить? 10 миллионов. Офигительно. 10 миллионов. Лобок перестал расти. Опять журналист. Мой репортер нашел несколько скелетов в твоем шкафу. Опять журналист. Как раз этот подъехал. Сейчас сделаем ему дубликат. И, кстати, я забыл поставить станцию ТО. Я молодец. Так, сюда. И сюда. Хорошо. Станции ТО поставили. Так, как раз в январе, 1 января, мы узнаем квартальную прибыль. Может быть, выполнили задание. Возможно. А может быть и нет. Хотел тебе сказать, что у меня для тебя кое-что есть. Нет. Не выполнили задание. 2 миллиона 200. Квартальная прибыль упала. А облигации, по-моему, я погасил. Нет, не погасил. Но я могу погасить, но, правда, я за это еще получу штраф, да? Да, штрафных процентов 13 тысяч. Я не буду, пусть гасится само по себе. Кочегар. Кочегар можно поставить. Чего бы нет там. Проводники вроде бы у нас везде есть. Пивом загружается. Здесь сыр. Но, по-моему, здесь сыр не требуется. 60 тысяч, кстати. Покупаем здесь университет. Сыр пока еще не требуется, но требуется уже мебель. Вроде как требуется мебель. Мебели здесь валом. Я сделаю дубликат еще один. Пусть он загружается с мясом. Этому я укажу первостепенно, наверное, вот здесь вот в Одессе загрузка мебели первым делом. Ну, чтобы как бы у нас уже мебель хотя бы ездила. Кто еще здесь есть? Журналист. Журналиста туда, рекламиста можно будет тоже куда-нибудь поставить. Ограбление. Нет, не хочу я полям платить. Этот бандит отлично справился. Пофигу мне там на эти посылки.
Мы не занимаемся этим делом. Так, рекламист. Я хотел рекламиста, вот только куда? Куда бы рекламиста поставить? Может быть, сюда? Я, кстати, могу купить твое предприятие. Вот так вот. Было твое, стало мое. А молоко у нас вообще возится здесь. Молока очень мало. Может быть, сюда заняться трудности в Альбукерке. Как можно было такое написать про меня? Тебя молоко возить. Да, в Амарилью. Делать там сыр. Склад. Здесь, кстати, уже почти всю нефть забрали, и это хорошо. Давай тогда молочком займемся максимально. Сейчас тогда вот здесь сделаем соединение, да? Так, а мне сюда надо будет? Нет, мне надо не сюда. Мне надо вот сюда. Отлично. Теперь семафорчиками сейчас тут поиграем. Так, как-то у нас по-глупому, если что, располагается все это дело. Пусть будет лучше так. Это, в принципе, тоже можно снести. Тебя снести. Тебя поставить не получится, но тогда вот сюда вот. Ну и один состав с молоком можно будет отправить. Давайте попробуем вот этот состав пустить. Один хотя бы, да? Машиниста можно будет что-то сюда поставить. Вагон-холодильник, настроить путь. Отсюда сюда на склад. На третий путь, да? О нет, деточка, боюсь, я отправила к тебе саботажника. Я разузнал по своим каналам, не хочет ли кто у тебя сменить сторону. Так, вот мне надо как-то здесь сейчас переделать. Ага, предотвратил, хорошо. Поработай с профессионалами хоть однажды. Хоть склад один разочек. Вот сюда. На третий. Здесь склад тоже на третий. И тебе склад тоже на третий. Чтобы на четвертый водить только чисто нефть. 200 очков инноваций у нас есть. Значит, мы развиваемся вот сюда. Дополнительная прибыль, да? Молоко мы с вами повезли. Скоро его привезут. И, в принципе... А, у нас здесь нет еще станции ТО. Я молодец, конечно же. Вот забываю я про эти станции ТО поставить. Здесь нет станции. Здесь давай поставим станцию. Пофигу уже, везде поставим станцию, чтобы стояла. Здесь поставим, не жалко. Здесь вроде как есть. Так, и здесь нет станции ТО. Вот, отлично. Здесь все, в принципе, мы готовы уже, наверное, перевозки к нефти, да? Да, нефть готова. Давайте отправлять, значит, составы с нефтью. Возьмем, наверное, опять же эти же составы, не буду брать другие. Охранник. Назначим охранника. Настроить путь автоматически отсюда вот сюда. На первый путь. Поехал. И в обратную сторону. Первый путь. Сюда. Поехал. Теперь там, где они пересекутся, я сделал сразу дубликаты. Там, где составы пересекаются, делаем дубликат, а потом уже перенаправляем
Не переправляем, вернее, а делаем еще вот здесь то же самое. Ну, как раз примерно где-то на полпути они и пересекаются. Делаем, значит, тебе дубликат и тебе дубликат. Все, нормально. Здесь разобрались, теперь давай вот здесь добавлять локомотивы. Машиниста возьмем. Охранника возьмем. Настроить один путь. Один из твоих сотрудников хотел ко мне перебежать. Я на предложил первый. Ему работу. Добавить локомотив. Склад первый. Сюда поехал. Делаем ту же самую картину. То есть, когда они пересекаются, мы делаем дубликат и там, и там. Фруктовый сад. Нет, спасибо, не надо. На полпути они у нас как раз должны пересечься. Хорошо. Делаем дубликат здесь, делаем дубликат здесь. Поехал. Теперь то же самое с этой стороны. Добавить локомотив. Отсюда сюда на четвертый путь. Поехал. И добавляем еще один локомотив. Это меня не интересует. Со склада четвертый путь. Сюда поехал. Хорошо, теперь где-то по центру, когда они пересекутся, я сделаю еще по одному. Ну и вроде пока все, и надеюсь, у нас хватит этих вагонов, чтобы сделать 20 вагонов нефти в неделю. Хотя я здесь вроде как делал больше, да, то есть они здесь пересекаются... С башнями ТО, да? Давай сделаем здесь. Делаем вот здесь. И когда это дойдет до этой башни, я сделаю еще один. Посмотрим. Надеюсь, получится сделать 20 вагонов в неделю. Поломка плохое состояние там у кого-то. Надо подумать, посмотреть. Да, все, подъехал, в принципе. Делаю о, дубликат. Нет, неужели один из твоих паровозиков сломался? И сделаю еще один дубликат. Хорошо, смотрим. Значит, 200 очков инноваций у нас есть. Ускоряет обслуживание поездов на 20%. На 25, по-моему, даже. И что у нас здесь? 14,8, 16. Все, 16 пока. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 и 20. Вы ежедневно добываете значительные объемы нефти. Все, прекрасно. Осталось только квартальную прибыль выполнить, и в принципе и все. Все остальное у нас получается только чисто перевозкой нефти. Там потом придется, конечно, составы продавать, потому что они будут неприбыльными. Ну, это задание, в принципе, тоже выполнимое. Так, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Теперь только в июле я узнаю по поводу квартальной прибыли. Не очень, конечно. Так, два кочегара имеются у нас. Два кочегара. Давай попробуем поставить куда-нибудь их, чтобы стояли. Здесь кочегар. И здесь кочегар. Как-то так. Ну, сейчас склад тут по-любому забьется. Очень быстро. Молоко есть. Значит, надо делать сыр. Улучшаем предприятие здесь. Еще улучшаем предприятие здесь. И еще улучшаем предприятие здесь. И дальше, наверное,
Будем выкупать конкурента. Я могу взять облигации еще на 10 миллионов. Я беру. И при том, что сразу погасилось. Класс. Хорошо, я беру на 11 миллионов. Допустим, и выкупать тебя. 45 миллионов. Кстати, можно посоревноваться, почему бы и нет. Ты смотри. И застольник уже заскочила, Беатриса фон Шик. Неплохо. У нас сейчас 17 миллионов. Руки прочь. Это предложение для меня. Сколько, интересно, можно будет купить? Походу, максимально, сколько тут есть. Да, еще 40% акций. Никто не скупает мои акции безнаказанно. Заруби на носу. 26 миллионов за слияние. То есть у него есть... У нее, вернее, есть 37% ее акций, а у него 34% ее акций. То есть я слияние сделать не смогу. 25 миллионов требуется. Это очень большая сумма. Это очень большая... Я могу, конечно, продать его акции, да? Почему бы и нет? Я могу продать все его акции. Будет вообще, наверное, классно. Я заработаю очень много денег. То есть сейчас... Кто у нас прибыл? Ну-ка, покажи, кто прибыл. Посредник. Нет, посредник... Хотя, аукцион, почему бы и нет... Сейчас его акции стоят 468 тысяч. Вы получаете хороший доход. И главным образом ваш баланс позолотили громадные объемы добытой вами нефти. Так, ну все, осталось последнее только. Квартальная прибыль. 2 миллиона 300 у нас было. Последние данные. Теперь посмотрим, что у нас будет 1 июля. Надеюсь, сейчас получится. Пока склад с нефтью не забился до конца. Керосин уже максимально. И здесь уже нефть максимально. То есть сейчас керосин здесь не возится. Лобок почти 80 тысяч. Доход от грузовых перевозок колоссально увеличивается, в частности, благодаря вашим продажам нефти. Отлично, мы с вами нефть прошли полный сценарий. Нефть бьет ключом и предрекает Техасу великое будущее. Вы тоже выиграете от этого? Конечно, я уже прошел сценарий, поэтому я, конечно же, выиграл. Ну что ж, давайте посмотрим, до какого мы там доросли. Отлично, мы с вами доросли до президента. Хорошо, в следующей серии мы с вами продолжим играть уже в новом сценарии. Но опять же, по-моему, вот этот вот год 1890. У нас еще два сценария с этим годом, и эти компании обе сложные. Ну что ж, увидимся с вами в следующем сценарии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.